Само название говорит о том, что у нас вообще пропало это слово. Слово литературы, слово прозы и вообще абрамовское слово пропало. В любом случае, зрителю сейчас нужно, так как он накормлен нашим телевидением и так далее, и почему-то все хотят и все сравнивают театр именно с телевидением, и то, что нам показывают, то, что нам дают, и это мы, извините за выражение, хаваем, и это страшно становится. Это простое, прекрасное, честное, правдивое слово. Оно утрачено, и это проблема большая. Поэтому дай бог процветания этому фестивалю. Дай бог, чтобы он еще существовал очень много лет. И были показаны много замечательных, добрых и честных спектаклей.